Utisci su da mi osjećamo ovdje kao da smo u svojoj zemlji, jer smo mi kao braće. Nama je kako mi u svojoj strani. Da, i nama je Rusija uvijek u srcu i u duši. Nam Rusija vsegda v srce i duši. Ma, ovako se kaže, mi kažemo u Srbiji. Mi skažemo вот так, в Сербии. Otadžbina Srbija. Otečestvo Srbija. Majka Rusija. Мать Россия. На международный Суздальский фестиваль приехали хоровые коллективы из России, Сербии, Белоруссии и Луганской Народной Республики. В репертуаре исполнителей практически все музыкальные жанры, в том числе духовная и народная музыка, отражающая традиции и культуру 19-20 веков. Выступления проходят как в музеях, так и во время служб. У всех гостей есть уникальная возможность услышать лучшие церковные голоса и принять участие в богослужениях. Я надеюсь, что со временем эта география будет шириться от Суздаля в Суздальский район, а может быть там даже и в область, и мы будем задействовать все большее и большее количество этих храмов, разрушенных, действующих, недействующих. Я бы хотел очень, чтобы все храмы у нас в стране в принципе звучали, независимо от того, в каком они состоянии. Впереди выступление в церкви Бориса и Глеба в Кидикше. Свою программу представит мужской ансамбль из Нижнего Новгорода. Еще в программе концерты женского хора из Ростова-на-Дону, а также мужского коллектива из Луганской области. Закроют фестиваль исполнители, которые представят старейший московский монастырь Данилов. Событие состоится 19 августа, в день Преображения Господня.